Здравствуйте, приступим к делу. За этим столом не просто творят, за этим столом создают, друзья мои, новые блюда, которые пользуются нечеловеческой популярностью не только среди поклонников шоу «А-ля карт», но и в обществе приличных людей, не лишенных тяги ко всему новому. А может быть, вы знаете, как переводится на русский слово «а-ля карт»? Не знают, не знают. Поэтому «а-ля карт» переводится как «заказ по меню». Меню тоже, в общем, не очень русское слово, но гораздо более известное нам, чем слово «а-ля карт». Поэтому, если вы захотите блеснуть как-нибудь в обществе высоколобых интеллектуалов из первой десятки Форбса чем-нибудь новеньким, придя в ресторан, можете сказать «а-ля карт». Хорошо? Хорошо. Девушки и молодые люди, берите карты. Их здесь пять, здесь пять. Нам еще по одной? Нет, да, извините, по шесть, по шесть. Не обманывайте вас сразу. Всем привет! Я шеф-повар Марк Стаценко. Вместе с вами буду наблюдать за ходом игры. Желаю нашим участникам проявлять кулинарную фантазию, но не терять при этом чувство реальности. Нам действительно придется потом готовить и пробовать все, что вы сегодня сочините. Давайте начнем. Первую игру начинаю я. Каждый следующий кон начинает тот, кто забирает это блюдо. Подробности позже. Что вы там делаете, сэр? Что вы там? Что это вот это? Это вот? Мои джокеры тузы в рукавах. Mm-hmm. Козыри отдельно, другие карты отдельно. Угу, угу. Начну с чеснок. На юге Европы есть популярный соус айоли, а в Каталонии он называется алиоли. На чесноке, там что-то еще, майонез, масло. Все это вот так перемешивается, и с ним можно съесть все. Юрий? Слушайте, ну, с чесноком можно съесть все. Согласен. Даже я хотел скинуть одну карту, которую я не люблю. В смысле? Но с чесноком... Она не пойдет. Никак. Вы меня поймаете. Поэтому... Да не мучайтесь вот так. Знаешь, сидит, прячет карты. Прячу. Так, и это курица. Курица с чесноком. Понятно, что курицу можно чесноком натереть, курицу можно в чесноке растворить. Но все-таки хочу от вас неких подробностей. Как именно вы видите себе сочетание курицы и чеснока в данном контексте? Я хочу приготовить китайское блюдо «Курица в пиве». Расскажите. С чесноком. Нечто... Просто потрясающее блюдо. Мне готовил знакомый повар-китаец. Надо думать. Мне просто принесли такую... Я учился еще в университете. Принесли кастрюлю. С курицей? С курицей? Пива. Нет, а студенчество. Ну, все собираются, когда на тусовку. Все приносят свои блюда. Угу. Кто там салаты, оливье с разных... Ну, кто где учится, приходит... Какая стипендия? Какая стипендия, да. Пришли китайцы, принесли... Просто огромную кастрюлю открывают, куриные ножки какие-то непонятно в чем. Как только попробовали все эти куриные лапки, поняли, что больше никто ничего есть не хочет. Просто все их отбирали друг у друга, вот такая огромная кастрюля. Так в чем секрет этой еды? Курица, пиво, чеснок, там болгарский перец и что-то, ну вот самый главный ингредиент – пиво. Самое главное, это китайцы. Это, честно, я вот много раз пробовал, у меня невкусно получается. Я не умею это готовить так, как это было тогда. Да, Максим, курица, чеснок, китайцы. Пива нет, правда, но все в ваших руках. Значит, у нас есть чеснок, у нас есть курица, правильно? Нужна рукола. Но без рукола. Без рукола вообще. Это вообще никак. А я, например, могу как гарнир предложить вам молоденький картофель. Он всегда шикарно сочетается с курочкой в чесночном соусе. Да? Я даже не буду рассказывать историю, это не студенческая история. Эта история продолжается до сегодняшнего дня. Я думаю, что ни один мужчина не откажется от... Сначала можно немножко картофель обварить, потом порезать пополам, потом немножечко обжарить вместе с курочкой, потом рядышком выложить светлую, свежую руколу, полить ее немножечко бальзамическим соусом, и уже вот в этом виде подавать на стол. Дочь Жванецкого. Угу. Помните? Как вы смотрите? Нет, кушать. Нет, без мамки, да?
Подождите, это три истины прозвучало, с которыми я соглашусь, только с каждой поочередно. Первая истина. Вы так вкусно об этом рассказываете, что мне сказала дочь Звонецкого. Мне это напомнило. Помните, с перемешиваем. Я сам не дурак вкусно рассказать о вкусной еде и умею слушать, когда у людей это получается. Да ладно. Но вы в этом смысле чемпион. Знаете об этом своем даре? Вы так им умело пользуетесь? Нет. Ладно. Нет. Вы так вкусненько рассказали. И третье утверждение «плохо без мамки». Это что на языке суперженщина это означает? Нас, это как хозяюшка в доме. Это какой-то такой заход. Да, издалека. Саша, мы не расскажем, это наш личный. Ну, я думаю, что, во-первых, мы берем картошку, мы ее жарим, мы добавляем сюда курицу, тоже жарим, чеснок это как специя. И листичками сверху. И даже и не нужно доказывать, почему, как готовить и зачем. Все знают, как это делается. Руккола для красоты. Кстати, грибы можно использовать. Вот пусть руккола будет для красоты сверху. Красота. Красота? Красота. Красота. Лепота. Знаете, я, наверное, своим примером, как летчик Гастелло Великой Отечественной, покажу, как нужно действовать во время игры. В частности, одно из важных умений, которое здесь требуется, это вовремя остановиться. Это блюдо достается Саре. Сара, складывайте его да, в себя. Да ладно? Конечно, что-то такого. Следующий кон начинаете вы. Господа, учитесь этим пользоваться. Я нравлюсь Саше, однозначно. Кто вам это сказал? Так, Ольга. Так, по две, да, по две? Подождите, по я одной. Шесть по уже. Ты сегодня щедро. Выходите. Я-то, да? Вы знаете... Даю вам плесневый сыр бри. Давайте помыслим себе соус, например. Соус сыр бри с красным вином. Ух ты. Хороший шеф-повара умеет поджигать в определенный момент, как-то даже вино у них горит. Вот, если его нагреть, в нем растопить сыр бри, сдается мне, может получиться хороший соус. Юрий? Я предлагаю вот такой вот ингредиент. Треска? Как сочетается треска и красное вино? Кто-нибудь... Ну, не очень сочетается, этому надо делать уже отдельным блюдом. Во Франции давно стало популярным рыбное блюдо матло, что в переводе значит матроски. Собственно, это уха, которую готовят на вине, иногда на белом, но чаще всего на красном, с добавлением тимьяна и лука-шалот. Для кого-то это звучит странно, но белая рыба с красным вином – это очень приятное сочетание. Рекомендую. Ну, возможно. Все-таки в нашем случае перспектива этого блюда, в общем, вырисовывается есть. В каком виде, скажите, Юрий? Треску мы жарим, варим, тушим. Запекаем. Запекаем треску, и к нему идет что? Красное вино с сыром бри в соусе. Нет, мы запекаем треску с овощами. Вот. А в самом конце мы добавляем соевый соус. Соевый соус. Смешанный с красным вином. Можем пойти на это. И сырок, как в последний момент, буквально на минуточку, мы мелко-мелко-мелко его нарезаем. И вот он, как украшение, у нас на подносике все фигурирует. Саша, тебе это есть. Мне это есть, конечно. И трескаем все. Впрочем, если у вас будет охота и тяга к экспериментам, вы тоже можете присоединиться на этапе пробования. Максим. Очень интересный момент. Рыба-вино. Подставил, да? Рыба-вино и сыр, да. Но. Мне может быть... Я думаю, что... Даже это как суп. А куда деваться-то? Очень хорошо будет рыба запеченная. Но. Если она будет обжарена в муке... Кляр, да? Тогда, я думаю, все изменится. Ольга, вы как дизайнер ювелирных украшений привыкли иметь дело с мелкими деталями. Одно неловкое движение, при общении с которыми, и стоимость небольшого автомобиля. Ну, примерно так, да. Это выглядит, поэтому детали имеют значение. Имеет, вот, я этого хотел бы... Если уж мы и начали говорить про рыбу, то давайте добавим к рыбе лайм. Потому что это будет как раз та небольшая деталь, без которой блюдо не будет... таким вкусным. Но уже сыр с вином можно уже отдельно, чтобы это шло уже как бы второй части, таким небольшим окончанием нашего рыбного блюда. Я считаю, что лайм будет очень хорошо дополнять рыбу, треску в муке, либо без муки. Я считаю, что это очень гармонично будет звучать
треска с лаймом. Претендуя на первое место в мировом хит-параде банальности, конечно, хочу сказать, ювелирная работа. Ну, а что делать? Ну, из песни слов не выкинешь. Из песни слов не выкинешь, а это уже все-таки ближе к Саре. Или она все продемонстрирует редкий дар вовремя останавливаться. А ну-ка. Мне действительно нравится идея с рыбой, которая запеченная, которая политая лимоном. Это у нас идет как второй раунд. По краям тарелки помидоры, мы насыпем череп, чтобы было красиво. Сара, опять все достается вам? Ну просто... Саша, я тебе нравлюсь, очень нет, подождите. Но я останавливаюсь не только поэтому, Сара. Если бы сейчас на кону стоял бы какой-нибудь серьезный куш, да чихать бы я хотел, понимаете, на вот это все. Да, например, мы бы делали суп. Да. Но в данной ситуации не могу ничего свое поделать и останавливаюсь. У вас уже два блюда, и все, да? Мы только два кона сыграли. У нас по пять карт. Да. По пять карт. Третья раздача. Друзья мои, да, давайте. Потому что если только я один за этим столом буду останавливаться, что же получится? Ничего страшного, Саша, я тебя понимаю. Страшного действительно ничего нет. Сара, ходите. Я-то. Я даю вам молоко. Молоко, вишня, фисташки, кэшью, крупа перловая, апельсин. Перловка на молочке. Перловка на молоке. Молочная перловая кашка. Хорошо. Максим? Юрий? Слушай, ну... Максим смотрит, я хотел сказать, на Юрия, а Юрий в этот момент думает. Ненавижу крупу перловую. Если вам не нравится перловка, значит, вы просто не умеете ее готовить. Кстати, название этой крупы переводится со старославянского как «жемчужина». Жаль, что у нас в основном знают только рассольник и перловую кашу. А вот в Италии из нее делают модные десерты с фруктами и шоколадом, полезные салаты и, конечно, запеканки. Крупа перловая нынче очень модная, между прочим, еда. Да. Я думаю, что можно крупу перловую, молоко запечь вместе с яичками. С яичком. Как технологично решить эту проблему? То есть яйцо с молоком перемешивается, крупа перловая туда вбрасывается и запекается. Нет, она не, сначала она варится. Варится, конечно. Все, отлично. Максим? Я как-то помню в детстве. Ел кашу, точно такую же, на тыкве. На тыковке. Да, да. Круто. Запеканка. Какая, круто. Нелегкая у меня задача. Ольга. Ну, что думаете, что я... Я же не фокусник. Вы? Значит так, крупа перловая, тыква. Все это в яйце, все это на молоке. Что вы мне предлагаете делать? Сладкое. Что-нибудь чуть-чуть сладенького и разбежимся довольны друг другом. Ну, давайте используем, может быть, и Джокер, да? И это будет? И это будет, наверное, может быть, какая-нибудь грушка, клубничка. Какие ягоды мы больше любим? Да-да-да-да-да-да-да. Клубничку мы хотим, да? Ну, давайте попробуем. Я думаю, детям понравится. Детям, конечно. Давайте это будет клубничка. Русские женщины не сдаются. Сейчас я вам испеку совершенно неожиданное блюдо. Вы наверняка знаете, что есть овсяное печенье. Есть. Есть всякие морковные оладушки. Есть. Если я добавлю муку, я в порошок сотру вот это. Не только. Яйца, мука с молоком. Это ягоды, это напоследок тыква. Добавим тыкву. Сделаем оладушки или печеньки. А клубничкой украсим в виде сердечек, чтобы усыпить бдительность едока. А тут усыпляй, усыпляй, да. Пробовать. А может быть, нет? А может быть, давайте, Сара, внимательно посмотрим. А это же интересно. Конечно, оладушки. Интересно. Я, знаете, уже, конечно, дозировать. Я ел. Ты на перловые оладушки. Ты ел, возможно. Я уже внимательно смотрю, чем больше смотрю, тем мне больше удовольствия доставляет. Даже можно блинчики. Хорошее блюдо. Я смотрю, Сара, смотрю. Давайте размышлять. Тогда, может быть, не мука. Мука есть. Нету. А что надо добавить? Ничего не надо добавлять. Когда бы мне сказали, что я буду девушкой, такой разительной девушкой, говорить, давай остановимся, остается Ольге. Не надо добавить. Я знаю, а что за блюдо у нас получилось? Блюдо остается Ольге, оно получается Ольга. Что получается? У нас получается крупа перловая, перемешанная с молочком, с тыквой, обжаренная вся в яичке.
и покрытая клубничкой. То есть вот это вот есть можно, да? Это можно. А печеньки нельзя? Можно и печеньки. Конечно, лучше печенька. Но это, мы это обсудим в следующем раунде. Это блюдо когда попробуем, Ольги. Тогда я решу. Это действие. Это вот с, именно с этим настроением я все время приступаю к второй части программы. Которая... Я чувствую, нам все-таки придется, да, прийти попробовать. Я более чем уверен, что это отличная пошлость. Друзья, это наш долг перед народом. Я настаиваю на этом. Детей приведем. Четвертый раунд мы разыгрываем без дополнительных карт. Угу. Начинаем. Ольга, ходите. Давайте начнем с такого замечательного продукта, как спаржа. Спаржа, отлично, отлично. Наш фундамент. Спаржа хороша в сыром виде, хороша? Или ну, немножко можно варить, а потом можно ее обжарить с сырым соусом. Это очень неплохо. Варить спаржу нужно не более 7 минут, чтобы она не была, скажем так, не изменила своей формы. И потом на сковородочку буквально на 2-3 минуты обжариваем, например, с сырым соусом. Спаржа. Я попробую рискнуть, как обычно, и предложу сделать какие-нибудь щи на спарже. А есть? А есть? Есть крем-пюре. Поэтому я выложу салат, чтобы капуста была в кастрюле. А спаржа, она все равно как бы дает какой-то вкус, и пока она не испортит общей картины. Ну, не испортит, не испортит. Мы жарили айсберг, это получилось вкусно. Так, ну, мы пожарим это все? Жарим, потому что мне понравился жареный салат айсберг. Я хочу эту новацию донести до тех телезрителей, которые не видели наше шоу и не знают, что салат айсберг можно жарить, что это, правда, получается вкусно. Салат айсберг мы пожарили, спаржу отварили и фисташками все это тертыми посыпаем. Салат. Тертыми. Салат. Почему нет? Почему бы и да? Салат такая штука, да. Вроде Юрий, туда можно действительно толкать что угодно, но тем сложнее держать себя в руках в определенный момент, Юрий, а? Нет, я просто хочу что-то переделать. Салат, что-то хочется горяченького. Может быть, вы что-то в себе хотите переделать? Мы пришли со своими комплексами, кстати, на шоу, понимаете, тут. Ну, переделайте, переделайте. Смотрите, овощи, салат айсберг. Салат можно чуть-чуть подварить. Спаржу тоже. Они, в принципе, чуть-чуть подвариваются. Фисташки, не знаю, добавляются ли фисташки в суп. В каком-то ином виде. Ну, пока не добавлялись, но... Да, я пока не добавляли, но... туда еще добавить брокколи. Брокколи. Брокколи, айсберг, спаржа, фисташки. Как из Гарри Поттера. Заклинание теперь звучит. Это вполне себе может быть супом, тем более, что брокколи тоже идет в суп. Все можно отварить. В принципе, вы можно меня... все отварить и потом перемешать и сделать как такой суп-пюре. Микс, как суп-пюре. Да? Опасный. Сверху немножечко фисташки. Опасная эта дорога. Да я на самом деле поддерживаю Ольгу. Мне очень нравится суп-пюре. Значит, суп, салат айсберг, спаржа, брокколи, фисташки. И добавляем морковку. Морковочку для того, чтобы у нас получился... суп-пюре. Ну, я тогда, в свою очередь, могу добавить сверху, можно взбитые сливки, а потом уже поверх посыпаем фисташки. Или так. Отлично. Злодейский смех. Да сверху зелени вот так вот сделаем. Зелень. Собирайте украсим суп. Нет, зелень, да. Вот раз мы играем суп, или жалеем друг друга? Нет, мы играем, это точно. Мне, может быть, не хватало в детстве еды. Может быть. Могу я отыграться? Детство у вас, Сара, судя по всему, не закончилось. Сдавайте карту, уважаемые господа. Вы пойдете домой не салонно хлебавши, а мы подводим итоги нашей битвы хорошего с прекрасным. Мы видим голодных. Вот, голодных мы по сегодняшнему шоу не увидим. Теперь раскладывайте перед собой, дамы, значит, карты блюда. Смешивать? Зачем же их смешивать? Наоборот, их нужно отделить. Так, а что это у нас было? Это второе блюдо. Это была клубничка. Видим, сейчас, давайте я вам помогу. Самое Олечка, вкусное, первое здесь блюдо. У вас, Сара, здесь. Здесь. Это второе. Если я ел, ну, кроме без яйца, здесь, по-моему, здесь. Там не было. Яйцо не испортить. В любом случае. Яйца — это наше все. Маслом это кашу сюда? Не испортить. Это сюда? Вот вас надо, между прочим, спросить. Масло, что? Это сюда. Кухня, да, вот все здесь это... у нас есть какие-то вещи, да, которые... Все, да, разложили, значит, по норкам. Теперь начнем подводить итоги. Девушки, вам нужно... Ну и вы, неудачники, посидите, послушайте. Девушки, значит, вам нужно тщательно вспомнить не только все ингредиенты, которые в блюдо входят. Вам нужно подробно проартикулировать то, каким образом вы собираетесь эти продукты обработать, и в какое-то блюдо, в конце концов, все превратится. Чтобы наш шеф все понял и тщательно следовал вашей инструкции, чтобы на выходе мы, в конце концов, смогли точнее оценить всю глубину вашей кулинарной мысли, вашего гения или бездарности. Нашего великого творчества, да? Значит, первое у нас говорит Сара. Грибы и картошку мы режем.
Режем. Пока понятно, да? Режем, да. И одновременно, ну, картошку чуть раньше, кладем на сковородку, жарим, так. Потом добавляем лисички. Лисички, поехали. Угу. Заранее. Курица уже сварена. Сварена, почему нет? Мы уже ближе к готовности эту курицу, раздробленную, помещаем в сковородку. Перемешиваем. Чеснок мы добавляем за 5 минут до готовности, чтобы он испустил свой запах, но не дух. Не дух. Руккола посыпаем сверху вместо зелени, либо же просто помещаем в свободном полете вокруг тарелки или сковородки, ну лучше тарелка, тарелки, и закусываем ею, чтобы убить запах чеснока. Говорят, руккола убивает запах чеснока. Отлично. Как мы назовем это блюдо? Хитрые лисички. Хитрые лисички. Вот, дальше. Опять я. Ну, у вас три блюда, в конце концов, нужно разобраться с этой. Ребята, это блюдо самое убийственное. Хитрые лисички. Что ж, это у нас был суп. Суп. Наливаем воду в кастрюлю. Угу. Солим. Согласен. Ставим кипятиться. Кипятим. Вот эту вот вещь под названием спаржа опускаем в эту же самую воду. Так. Пусть она варится. Пусть. Тут у нас что было? Брокколи, да? Брокколи и? И зелень. Зелень. Морковочку режем. Угу. Добавляем. Угу. Брокколи. Угу. Брокколи отвариваем. Салат, так как он самый нежный, его ближе к концу. Добавляем. Это мы, так понимаю, дробим. Угу. Это соусом отдельно. Мы делаем так, пью, и зеленью делаем вот так вот. Ну хорошо. И назовем мы это все. Кто бы съел? Нет. Ест на сливки, да, можно в виде таких вот кружочков, под, вот снежная баба. Почему суп нет? Снежная баба. Снежная баба. Причем да? Снежные бабы. Давайте так, чтобы оптимистично было. Суп снежные бабы. Снежные бабы. Причем я бы в русском языке ради этого ввел бы новое правило. Не только заглавную большую букву, но и маленькую букву. Вот С была бы маленькая, бы, дальше было бы написано нежные бабы. Ну, как романтично. Так. Мы берем треску. Это мука, обваливаем в муке. Обваливаем. Кладем в сковородку. Жарим. Откупориваем вино. Режем сыр. Разрезаем помидоры на половинки, чтобы красиво украсить тарелку. Рыба готова. Рыбу мы кладем на тарелку. И лимоном, кстати, можно либо совсем уже в конце полить, либо лучше за 3 минуты до готовности, чтобы рыба впитала этот сок лимона. И назовем мы это все треска томлений. Томление трески, может быть, тогда? Трескотомление. 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 Да. Ну, мы поработаем с этим. Все новое не терпит старых названий. То есть, если ты что-то на свет произвел досили невиданное, то уж будь добр, придумай ему название. Поэтому, друзья, мы испытываем некоторые трудности с названием блюд, потому что люди не только хотят, но и хотят. Ольга. Хотят хотеть. Хотят хотеть, хотят так, хотеть. Ну, у нас есть крупа перловая, есть молоко. Мы это все, значит, варим крупу перловую в молоке. Добавляем туда тыкву, все это должно томиться какое-то время. По мере готовности добавляем одно куриное яичко и настаиваем на водяной бане. Когда по консистенции каша будет готова, мы мелко нарезаем клубнику и добавляем ее сверху в виде украшения, ну и дополнительного, скажем так, привлекательности для наших рецепторов. Да. И давайте назовем эту кашу, например, по-марсельски. Каша перловая, томленая по-марсельски, да? Да? Каша по-марсельски. И мне нравится такой подход, достаточно смелый подход к словотворчеству. Осталось только что? Осталось только все эти блюда собрать, пойти уплатить и посмотреть, как шеф посмотрит на эти блюда. Угу. Потом устроим с вами... Пир, тестик меню. Пирушку с непредсказуемыми последствиями. Ой, я как раз ждал этого момента, пока вы соберете все карты. Угу. И кое-что хочу вам продемонстрировать. Наши прекрасные дамы приготовили по блюду, создали, можно так сказать. Я попробую тоже что-нибудь создать, но не блюдо, но что-то из блюд. Из продуктов? Да, пускай это будет так. Возьмите, пожалуйста, одну карту. Кокетничает с нами. Кокетничает. А, смотрю, нет. Да, переворачиваем ее. Наша спаржа. Опять же, наша спаржа. Вы выбрали? Угу. Вы помните вашу, да, карту? Это спаржа. Я пока помню. Пока помню. Вставляйте ее в любое место колоды. Упс. Стоп. Теперь вы
Можете оставить, а можете вытащить и в другое место поставить. Эту же карту или другую? Да, эту же. Так. Вытаскиваю. Так. Эй. Дайте мне поставить карту. Он уже меня запутывает. Спокойно, спокойно. Хорошо. Ну, у нас что-то новое, да? Давайте. А теперь я тоже? Конечно. Эти фокусы не пройдут. Я вытаскиваю, мы правильно? Мы все играем, конечно. Вытаскиваю. Вы ее пере вот это. И вот сюда, например, впереди. Хорошо. И вы. Здесь. Здесь, правильно? И я хочу показать всем эту карту, чтобы все видели. Угу. Это спаржа. Угу. Хорошо. Раз у нас получаются различные блюда, правильно? Тогда давайте посмотрим. Ну, спаржа. Спаржа – это хорошо. Вино. Красное или белое? Белое. Белое вино. Лимон или лайм? Я-то? Ну, лимон. Лимон. Лимон не будет, потому что у вас лайм там, здесь лайм, нету да. лимона. Значит, я там уже записано, пускай будет да? лайм. Запомню, я да. просто играл вместе с вами в карты и это увидел. Хорошо. Давайте сделаем так. Внимательно. Я спрячу. И я показываю, угу. что это выбрали вы. Угу. А я знаю фокус-мокус. Вот такой? Знаю, знаю. Как это? Ну, он так вот листает, листает колоду карт. Он не дает вставить нормально. Он пролистал, запомнил. Ага, вино, все. Сейчас спросим, какое вино, белое, красное. А хорошо. Дальше просто стоп, между секундочку. Двумя картами я взял и... Я извиняюсь. Хорошо. Я просто понял один момент. Ну, все увидели, да? Угу. Оказывается, вы у нас не только три блюда делаете. Циник и скептик. Поэтому, пожалуйста, скептик. Покажите нам фокус. Я показать фокус? Ну, конечно. Сейчас вам покажу. Сейчас я достану карту. Вам еще не надоел, как женщины фокусы и показывают на будет, разные? И на ней будет спаржа. Джокер. А Джокер это спаржа. Ну, в общем, да. На этой веселой ноте. Спасибо. Ну, ее же Сара зовут. Это всегда вопросом на вопрос. Вы даже можете к гадалке не ходить. Я боюсь, что даже кто-то счастливый, что поведет ее под венец, когда ее там спросят в определенный момент, хотите, получит минут на пять речь. А что вы имели в виду? А может быть, вы не так спрашиваете, хотите, как я мне бы хотелось. Ну, как сапер, один раз только можно ошибиться. Почему? Почему? Я, знаете, с браком ошибаюсь чаще, чем сапер с миной. Я понимаю, что, в принципе, в отличие от сапера, можно перезарядился и снова собрался я по частям. И снова пошел на работу, которую я очень люблю, друзья мои. В том числе и за то, что представляется шанс попробовать что-нибудь новое. Сейчас этот шанс стал чуточку ближе. Друзья мои, посидите за столом, дайте мне буквально минут 40, мы приготовим. После этого приходите на кухню пробовать. Больше мне сказать нечего. И мы вас любим. Спасибо. Ты определился? Да. Слушай, ну раз уж я начал говорить о рыбе матлот, так давай ее приготовим. Хотя в рецепт мы, конечно, точно не попадем, но будем к этому стремиться. Слово французское. А слово-то французское. Последняя буква не читается. Матло. Матло. Именно. И второе блюдо каша по-марсельски. Отлично. Хотя ничего там марсельского тоже нет, но зато есть перловка. А перловка, значит, жемчужина. И на это жемчужину в нашей передаче уже третий раз. Да, mm-hmm. перловка становится помалу популярной в прогрессивных кругах молодых людей. И все это исключительно благодаря нашему шоу. Включай сковороду. А давай напомним, значит, что у нас вошло в эту рецептуру. А я вот тебе напомню, значит, мука, лайм, сыр бри, треска, красное вино, помидоры черри. Ну, Саш, еще рыба-матло не обходится без лука-шалот и без тимьяна. Ну, если попросту уж совсем объяснять механизм этого блюда, это
рыба треска, тушеный под всем вот этим, правильно? Ну, в общем-то, красное вино, да. Лайм, сыр, бри, помидоры, черри. И особенность очень... только в том, что красное вино, а не белое вино, будет к рыбе добавлено. В этом-то есть прелесть. Говори, что делать. Что делать? На 6 частей разрезай каждый лук-шалот. Угу. На 6 частей? Ну, на 6, да. Ну, Саша. Ну, я понял, понял. Сейчас я Перельману позвоню, пусть он мне объяснит, как на 6 частей разрезать такую маленькую луковицу. Солим и перчим. Скажи, лук-шалот